Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустова о детстве. Продолжение. Помышления смертных нетвердые, и мысли наши ошибочные. Премудрость 9.14. И вся Вселенская Церковь подтверждает силу этого закона, в точности соблюдая ее. Она не соблюдала бы, если бы не была вполне убеждена, что это изречение есть повеление Христово. Итак, что же Павел говорит по внушению Господа? А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. 1 Коринфянам 7.11. Здесь можно было бы похвалить коринфянам за то, что они, не получив от учителя никакого совета касательно девства, сами предупредили его своим вопросом, что я дев... открывается преуспевание их благодати, так как в Ветхом Завете этот предмет не подвергался недоумению, ибо не только все прочие, но и левиты, и священники, и сам великий архиерей придавали великую важность браку. Почему же коринфяне пришли к такому вопросу? Они ясно и хорошо понимали, что для них потребна высшая добродетель, так как они удостоены и большего дара. Достойно внимания и то, почему апостол прежде никогда не предлагал им такого совета. Если бы они слышали что-нибудь подобное прежде, то, конечно, они написали бы снова, спрашивая опять о том же. Подлинно и здесь можно видеть глубину мудрости Павла. У апостола Павла. И напрасно он прежде не давал совета касательно этого дела. Но ожидал, чтобы наперед сами они пожелали и получили некоторые понятия о нем, чтобы, имея пред собой души, уже расположенные к девству, с пользой сеять слово, когда самое расположение слушателей к этой добродетели много способствовало бы принятию увещания. С другой стороны, он показал этим величие и большую важность самого дела. В противном случае... Он, конечно, не ожидал бы их готовности, но сам предварительно предложил бы, если бы не в виде повеления заповеди, но в виде увещания совета. Не начиная сам делать этого прежде, он ясно внушил нам, что девство требует многих усилий и великих подвигов, и поступил так, подражая и здесь общему нашему владыке, который тогда стал беседовать о детстве, когда спросили его о том ученики. $350 за $345. У хату вор заберется. Воры бы вывелись просто-напросто. Иисус Христос случился. Небесного. Матфея 19, 10 и 12 стихи. Когда требуемое дело велико и потому не может быть поставлено в необходимую заповедь, тогда надобно ожидать готовности намеревающихся исполнить нечистых. И отступая от под натиском. И незаметно для них. Так и поступил Христос. Не беседами о девстве он возбудил в них желание девства, но беседуя только о браке и показывая его тяжесть, и не простирая речи далее этого. Он так мудро устроил, что не слышавшие еще ничего о безбрачии сами от себя сказали. Лучше не жениться. Посему и Павел, подражатель Христов, говорил, кто может вместить, да вместит. Матфея 19, 12. Господин мой... Называет злым. Мы поймем, мокрые, чего говорит Иисус Христос, сердце на... если вспомним, что 24 глава не заканчивается как бы... притчей. Чем это... А мы, перемешивать, я не знаю. Мысль объяснения продолжается в 25 главе. А 25... Писали мне об этом, то я смело даю вам совет. Почему он нигде в другом месте не сделал подобного прибавления? Хотя они о многом писали к нему, но почему-либо другому, как потому, о чем я теперь сказал. То есть, чтобы кто-нибудь не огорчился таким увещанием, он напоминает им о письмах, которые они прислали ему, и притом предлагает увещание не строго, хотя имел повод к тому.
но весьма снисходительно подражая и в этом Христу, ибо и Спаситель, окончив речь о девстве, присовокупил, что может вместить, да вместит. Что же говорит апостол, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Продолжение следует.